Тает он весной, кружатся снежинки в небе, а весной бегут ручьи, поют на песне воробьи. Вот так. Песню актеры театральной студии «Дебют» на репетиции исполняют без костюмов, а танцуют уже в образе смешариков, чтобы как следует привыкнуть к ростовым куклам. Героев знаменитого мультфильма смастерили за пару недель 4 швеи. В результате от телевизионных мультяшек их не отличишь. Крош, Бараш, Нюша, Копатыч, Савунья, Каркарыч и Лосяш в воскресенье выйдут на большую сцену. На радость ребятишкам. Кого малыши не увидят, так это Ежика и Пина. Один зимой спит, а второй уехал к родственникам на Южный полюс. В отличие от кукол, которые в точности повторяют мультяшных героев, сценарий спектакля оригинальный. Такого сюжета еще нигде не было. Хочется им показать вживую смешариков, чтобы не на телевизоре, а уже вживую они могли соприкоснуться со своими любимыми героями. Я думаю, детям будет здорово, интересно и поучаствовать даже в каких-то конкурсах. Там даже будут небольшие конкурсы для детей. Будет очень много красочных действий с нашей стороны. Мы будем развлекать, веселить, в общем, будет... Хорошо. Это будет один день из нашей жизни. Мы будем танцевать также, будем и веселиться. Как и в любой сказке, в спектакле есть мораль и тонкий юмор. Последний, кстати, рассчитан даже на взрослых. Премьера состоится 22 февраля, но билеты в кассе ОКЦ еще есть. Их стоимость 500 рублей, а дети до 3 лет смогут посмотреть сказку бесплатно. Меж тем, в мае благовещенские смешарики выйдут на сцену уже с другой сказкой, посвященной безопасности на улицах. Анжелика Павлова, Александр Матвеев. Программа «Город».